убитого агента. Знала? Он был мой друг. Сожалею о твоей утрате. У нас такая профессия, но от этого не легче. Нет, не легче. Небось, бывала здесь? Да, я прожила тут 5 лет в качестве сотрудника международной помощи. Жизнь нелегкая, но как прикрытие, идеально. Вертолет прилагается. Как въезд в страну? Из Манауса бизнес-классом. Можно приступать к работе, так? Автостопом из Баранко, Перу. А ты как? В автобусе от Джужуи в Аргентине до Виллисона у меня была бутылка в руках. А от Пинчуги в пути все держатся подальше. Вот почему ты воняешь как жопа. Я про вас слышала, ребята. Я начинала службу в Москве, когда провалился путч. Говорили, вы к этому причастны? Это был кто-то другой. Мы там не бывали. Не часто встретишь живую легенду. Расскажи это моему сыну. Может, начнет слушаться и мусор выносить? Трудно быть тем, кого официально не существует. А ты как думаешь, Карен Боуман? Из гуманитарной миссии. Ты наверняка знаешь, что обезбашенные люди могут сделать с другими, когда уверены в безнаказанности. Ну вот что я скажу. Неважно, насколько бесчувственности в тебе прибавилось, но мечтать тебя поразит. Его религиозность сродни наваждению. Он дал обеты бедности и целомудрия. Если он занимается этим не ради денег или девочек, то ради власти. В опергруппу входят сотрудники ЦРУ и других ведомств. Я командую операцией. Официальное название – цареубийца. В докладе говорится о местных боевых отрядах. Это группа повстанцев. Они оказывают сопротивление как Единству, так и Санта-Бланке. С их лидером мы встречаемся после высадки. Боливийцы нас ненавидят, но будем надеяться, что враг моего врага окажется другом. Только не поворачивайтесь к нему спиной. Четыре солдата. Это и есть обещанная помощь. На это Сандоваль рассчитывал. Погиб всего один янки, а нам прислали горстку солдат. От пуль Санта-Бланки погибли сотни боливийцев. И откуда мне взять сотни других? Никаких американцев здесь нет, забыли? Эти солдаты — наша лучшая группа в области тайных спецопераций. С ними сотни бойцов вам не нужны. Вам знакомо слово «гордыня», сеньора Боуман? Знакомьтесь, Пак Атари, командир группы сопротивления Катарис-26. Мы будем вместе разрушать организацию Санта-Бланки. Они уже 6 лет воюют с Санта-Бланкой и продажными чиновниками. Скоординируем задачу. Для этого нет времени. Мы установили, где находится Амару. Амару? Нашли его? Амару — один из основателей Катарис-26. Даже более того. Наша группа основана на его идеях. Без его учения об аграрном пролетариате не было бы организованного сопротивления Санта-Бланке и коррупции в правительстве. Амару нужно спасти. Поможете моим людям, и тогда завоюете мое доверие. Где он? Точно неизвестно. Мы знаем, что он в этой провинции, и есть человек в Санта-Бланке, который в курсе, где именно. Я свяжусь с центром. Может, они подбросят нам информацию? Начинайте поиски этого лейтенанта и сообщайте мне обо всем через спутник. Удачи. Спасти Амару для нас очень важно, янки. Постарайтесь не убить этого парня из Санта-Бланки, прежде чем сможете его допросить.
Пора отрабатывать зарплату. Давайте посерьезней. Мне не по душе работать с этим паком Катария и повстанцами. Их идеология всегда приводит к горам трупов. А у тебя какие предчувствия, Наман? По большому счету, мы несем возмездие. Нужно сосредоточиться и сделать все быстро, чтобы не оказаться между местными политиками и автоматами картеля. Первая задача – выследить смотрящего, чтобы найти Амару. А то. Огонь по готовности! Мерда! Чинга на мадре! Hay un puntero de soldados gringos acá! ¡Pásenlo! Мы разобрались. Все хорошо. Никто не обосрался.
Молчи, каброн! Слушай меня, придурок. Ты отвечаешь на вопросы, иначе я всажу пулю тебе в брюхо. Ты меня понял? Остынь, козел! Чего ты хочешь? Амару, где его искать? Ты серьезно? Вот чего тебе надо. Не вопрос. Он на ферме Атория. Вперед! Там узнаете, что мы делаем с теми, кто идет против картеля. Нам нужно спешить. Амару уже старик. Под пытками он долго не протянет. Черт, если у них было время поработать над ним, то он может быть уже мертв. Все может быть. Амару большая шишка у повстанцев. Картель не убьет его, пока не вытянет все, что Амару знает. Мы не можем рисковать. Слишком многое зависит от этого. Идем. Я за рулем. Вперед! Картель не будет сидеть и ждать, пока мы обнаружим и спасем Амару. Tránsitos Baro, buscas escuadras, cromos, tropas, bases, gallos, brazos. Y aquí cabrones, los más chingones. Esto es Radio Santa Blanca. A ti que eres joven, a ti que buscas una oportunidad para tener un futuro, a ti que no tienes los recursos necesarios para seguir tus estudios, a ti te amo. Esperanza Santa Blanca está buscando jóvenes como tú, con talento para apoyarlos a través de nuestro sistema de becas a nivel mundial. Aplica ahora mismo. Nuestra misión es ayudarte a alcanzar tus sueños. ¿Qué estás esperando? Acércate ahora. Esperanza Santa Blanca. Братья, мое имя Рудольфо или нет? Многие из вас меня знают, и это честь для меня называть вас друзьями. Мы делились со мной соображениями по поводу картеля. Я воспитал детей в уважении к пачамаме, и они передают это чувство моим внукам. Пачамама должна пребывать в гармонии с Вселенной, и поэтому я рад, что в нашей стране действует Санта-Бланка. Всегда безусловная индустриализация, которую навязывают нам Green Coming Zero. Это латиноамериканская мексиканская организация. Верит, как и я, что мы человеческие существа. Заботиться о нашей земле под защитниками страны. Верят, что в верном руководстве мы способны действовать с пользой и для себя, и для матери земли. Все это ради будущего Боливии. Это наследство, которое мы оставим будущим поколениям. К ферме Атоя. Среди боевиков много бывших военных. Стрелять зряче. Если Амару попадет под шальную пулю, операция цареубийцы провалится еще до начала. Ну пошли. Здесь оружейный ящик. Они идут прямо на нас. Класс. Чем дольше они нас там будут искать, тем лучше для нас. Чисто. Ребята, как вы? Entiendan, carajo. Agarraron a la persona que no debían. Exijo que me sal...
mismo de aquí, bestias. Alguien ayúdeme a salir de aquí. Ni la Virgen ni todos los santos van a venir a ayudarme. Tengo que convencer a estos cabrones que me sirvo más libre. Todavía no estamos a salvo, pero Dios le pagará esto que ha hecho por mí. Quiero pensar que esta pesadilla va a terminar pronto. Esto ya es demasiado. Все круто. Entiendan, carajo. Agarraron a la persona que no debían. Exijo que me saquen ahora mismo de aquí, bestias. Вы Амару? То, что от него осталось. Мы вытащим вас отсюда. Тут полно всяких лампочек и тумблеров. Вашим друзьям. Так, Пак Катари заключил сделку с проклятыми Янки. Молодой дурак. Обсудите это с ним, сеньор. Эй, тут оружейный ящик. Ты ранен? Санта-Бланка не самая привлекательная хозяйка. Меня тошнило от разговоров о любви, которые вели эти дьяволы. Но вот методы допроса у них... Это были методы. Юрий и Полито? Да, Юрий и Полито. Эти ублюдки пытали Сандоваля, когда мечтатель его допрашивал. Я хочу найти их. Когда освободили Амару, видели только простых бандитов. Но я не видел Юрия и Полито вот уже дня 3 или 4. Не знаю, где они. Надо узнать больше. Мы обыщем каждую деревню и каждый лагерь. Кто-то должен что-то знать. Поройтесь в компьютерах. Опросите вражеских офицеров и гражданских. Что угодно. Будем искать везде. Привет. Внимание! Сейчас придет файл Боумен о Юрии Полито. Подойдет к моим ботинкам. Это сводка... по Юрию Полито. В системе безопасности Санта-Бланки им отведена ключевая роль. Не забудьте ознакомиться с отчетом Боумена в их иерархии. За безопасность отвечает некто Кирпич. Телохранитель... В ту ночь, когда погиб агент Рики Сандоваль, в комнате было 4 человека. Мечтатель, глава картеля Санта-Бланка, Рики и еще двое, Юрий и Полито.
Юрий и Полита встретились в больнице, в Чьяпасе. Полита был в интернатуре, а Юрий была медсестрой. Любовь с первого взгляда. Они больше не разлучались. Идеальная любовь. Однажды скорая привезла раненого бандита по кличке Чума. Он был на волосок от смерти, но Юрий и Полита спасли его. Чума осыпал их подарками, присылал приглашения на эксклюзивные вечеринки, подарил машину. А вскоре взял их на работу в картель Санта-Бланка в качестве медперсонала. Но не это было их основным занятием. Юрий и Полита хорошо знают тело человека. Они знают, сколько боли может выдержать человек. Знают, как поддерживать человека в сознании, чтобы он чувствовал боль. А главное, они знают, как причинить боль. Этим они и занимаются в Итакуа. Когда кто-то молчит на допросах Санта-Бланки, Юрий и Полита развязывают ему язык. Ломают людей. Итак, в ночь смерти Рики Сандоваля в той комнате было четверо. Мечтатель, Рики, Юрий и Полито. Рики не давали умереть, пока мечтатель пытал его. В течение 47 часов подряд. Они сломали Сандоваля. Потом мечтатель убил его. И друг детства мечтателя. Чума, младший брат Кирпича, злобный говнюк. Крайне активен в соцсетях. Шеф головореза в картеле. Охота началась. Нам нужен мечтатель, и мы должны добраться до него через подчиненных. Цель номер один — Юрий и Полита. Ищем, выслеживаем и ликвидируем. Намат на линии Пак Атари. Похоже, ему нужна помощь. Соедини с ним. Хола, компадре. У меня проблема в Итакуа. А Боуман говорит, что вы можете помочь. Моему народу нужна помощь. Картель убил многих, а ужасные дела Юрия и Полита подорвали боевой дух. Революционный огонь почти потух. Меньше слов, Катари. Просто скажи, что тебе нужно. Автоколонна снабжения картеля скоро пересечет провинцию. Ее захват обеспечит мой... Стоп. Это Намат, слышишь меня? Прием. Слышу тебя хорошо. Говори с Паком. Автоколонна снабжения картеля скоро пересечет провинцию. Ее захват обеспечит моих людей припасами и поднимет их боевой дух. Вы можете это сделать? Не вопрос. Теперь мы Паку Катари подчиняемся? Катари нужен этот конвой. Отдадим его ему. Чем больше он зависит от нас, тем больше мы можем получить взамен. Снайпер! Это мой шанс. Атакую! Estoy viendo una patrulla de soldados yanquis. Fuego sobre ellos.
enviado refuerzos a su posición. Acaben con el enemigo. Здесь Номад. Мы в Акора. Какая задача? Акора – главный центр производства кокаина в Боливии. Эту сеть создал дед, и она старше Санта-Бланки лет на 10. Когда дед присоединился к картелю и стал главным по производству, он передал контроль над провинцией своему внуку – Эмиссару. Эмиссару? Большую часть времени он проводит не здесь. Трется с политиками в Сукре, смазывая колесики коррупционного механизма. Это не его дело вообще-то, но он мнит себя неотразимым и воображает, что его дед станет им гордиться. Дед смотрит на это сквозь пальцы, пока дела в Акоре идут нормально. Собственная сеть настолько отлажена, что сама собой руководит. А с остальным управляется помощник эмиссара. Проникаете, собираете инфу по производственным точкам и начинаете ставить их на уши. Эмиссару придется вернуться в Акоре. Погоди-ка. Укрытие! Спасибо. Цель уничтожена. Ясно, я полечу. Эти козлы идут сюда. Какой у нас план? Огонь по готовности!
замечено чье-то присутствие. Есть данные по заводу? Вывеска «Элект». Погоди. Твою мать, нас заметили. Снайпер! Есть что-то для нас? Реманса – главный центр контрабанды. Они применяют новейшие технологии для переправки товара за границу. И охрана у них на высоте. Стоп. Открываю огонь. Эй! Артур, ты куда? Черт, где мы были? Есть данные по заводу. Вывеска «Электро». Энергетический напиток. Мои дети это пьют. Скинем это Боуман. Может, она что-нибудь знает. Если бы у тебя была могила, я бы на ней сплясал. Боуман, мы ступили на землю Махакоя. Это транзитный пункт для перевозки кокаина. Здесь они останавливаются, прежде чем отправиться в Куани и Риманса. Кто этим заправляет? Я и понятия не имею. Цель – часть контрабандной сети Санта-Бланки. У Боуман есть данные по основным фигурам. Главное тут Нидия Флорес. В прошлом королева красоты, теперь наркоторговка. Ее правая рука – мужик по прозвищу Красавчик. Этот уродский козел заправляет логистикой на местах. Она мозг, он мускулы. Это снова я. Что случилось? Ладно, без паники. Риманса – главный центр контрабанды. Они применяют новейшие технологии для переправки товара за границу. И охрана у них на высоте. Вам нужно будет собирать разведданные по ходу операции. Что мы знаем о главном придурке? Этого жулика называют котом. Предупреждение. Его считают бессмертным. Это он еще с нами не встречался. Что на него есть? Я соберу все, что есть, и сразу вышлю. Принято. Есть наводки? Кое-что. Неподтвержденная информация о том, что кот оборудовал для своего химика лабораторию в церкви. В церкви? Передаю координаты. Придете? Сами. Он прислал досье на кота. На того парня, который считает себя бессмертным? Неужели правда? Боуман, у тебя что-нибудь есть о контрабанде кокаина под видом напитка «Электро»? Это сходится с информацией от химика кота. Он говорит, что изобрел жидкую форму кокаина. Без запаха, без цвета. Датчики на нее не реагируют. Так они прячут наркоту в напитке, а в пункте назначения извлекают. Черт.
Надо вывести этот завод из строя. Проберитесь туда и взорвите резервуары жидкости. Это сработает. Займемся. О, мы же преступники, черт возьми! Расскажите нам о своих последних экспериментах. Как мы их лечим? Нет, наши слушатели очень интересуются тем гринком. Намат на связи, Боуман. Что есть по Сан-Матео? Сан-Матео. За последние несколько лет в этой провинции пропало множество людей. Политики, сочувствующие повстанцам. В общем, все, кто мешает картелю. Все, кто не в картеле, и точка. Речь идет о сотнях человек, пропавших без следа. За этими исчезновениями определенно стоит Санта-Бланка. Но что происходит с пропавшими, нам неизвестно. Выясните, что случилось с этими людьми. Их семьям нужно знать, где начинать поиск. И сделайте так, чтобы это прекратилось. Принято. Однажды я сломал ногу, прыгнул с крыши и шел вверх. Это можно. И чё? Что тут такое? В общем, они понимают. Ну, когда мы ломаем горе в трех местах, они понимают, что больше не смогут ходить нормально. Значит, этому гринбику тоже так лечит, да? Он крепкий парень, правда, а? Это то, что мне в нем нравилось. Но именно такие крепкие орешки заставляют нам прячь изобретательность, ведь так? Прервемся ненадолго. Мы продолжим разговор с этими милашками через пару минут. Прочь оттуда, скорей! Извини, браток, но мне нужна эта машина. Вали! Поехали! Но теперь Сан-Матео под чумой. И члены картеля будут безопасно гулять даже по животным. Веду огонь по мудакам. Любуйтесь приветствовать Сан-Матео. Развлекайтесь. Они знают, что мы здесь.